На полигоне в Ульяновске определяют самого меткого снайпера. Конкурс по полевой выучке – это подготовка к армейским международным играм. На огневой рубеж вышли около 100 военнослужащих, представляющих все соединения, воинские части и учреждения воздушно-десантных войск. 4 этапа состязаний растянулись на 12 дней. На одном из таких десантники из снайперской винтовки поражали цели на расстоянии от 300 до 500 метров. 10 зачетных выстрелов. Результат определяют по сумме набранных баллов. Десантники показывают навыки ведения огня с различных положений в обороне и наступлении днем и ночью. Результаты идут в индивидуальный зачет каждого стрелка и общий рейтинг команды. Победители представят крылатую пехоту на всеармейском этапе конкурса, который пройдет в мае этого года.